Всем привет, YouTube привет. Вот решил все-таки показать. Купил я камерку для того, чтобы снимать недорогую. И покажу сейчас ее. Не было просто времени. Экшн камера. Вот такая вот. В комплект входит сама камера, вот такая вот малюсенькая, малюпусенькая. Я уже заглушку снял, поставил карточку памяти. Вот такой брелочек интересный, с него можно, так сказать, запускать шнурик. Ну и вот эта вот модная палка, раскладуха. Вот такая вот большая селфи-палка. Она простая, без всякого тут управления. Вот. Но камера обладает, что мне нравится, Wi-Fi. Вот. И вот такие вот опции. Сейчас я поподробнее, так сказать, остановлюсь на ее функциях, на ее возможностях. Перед этим еще надо сказать, что память своя у нее, так сказать, отсутствует. Поэтому, порывшись на складе на своем, нашел вот такую на 32 гига 10 класса microSD-шечку, так сказать, укомплектовал все это дело. Таким образом оно вставляется до щелчка. Все готово. Нажимаем. Запустилась она. Вот, готово. Нажимаем Wi-Fi. Вот, и в принципе теперь камера можно соединить с телефоном. Еще раз сниму. Включаем камеру. Так, есть. Три раза моргнула. Включаем Wi-Fi. Готово. Дальше находим приложение UE Action. Вот такая менюшка. Вот здесь выбираем нашу камеру. Ищет она камеру. Нашла. Вот она, наша камера. Соединяется. Соединилась. Так, отлично. Ага. Пишет, что память надо вставить. Сейчас, секунду. Так, вот она, наша камерка. Вставляем microSD-шечку. Таким макариусом до щелчочка. Все такое маленькое. Так, вот теперь, ну, для удобства вот переворачиваем экран, и в принципе, как мы видим, вот она, камерка снимает все, она у нас, и отражается это на экране телефона как в видоискателе. Вот, видимо, да? Кручу-верчу камеру. Вот, ну и таким образом снимать. Вот здесь вот есть меню TBU, где куча всяких настроек. Ну, я настраиваю по максимуму. Нажимаем вот сюда, делает фото. Нажимаем сюда. Вот, пошло видео. Вот, собственно, и весь процесс. Вот так вот довольно просто настраивается камерка, и можно снимать. Еще мне придарили к ней
вот такую красоту. Вот одевается сюда камера, и можно снимать, ходить и все это дело снимать. Сейчас покажу как. Вот, прикручивается здесь, регулируется, ну, одеваешь на голову и ходишь, все это снимаешь. Вот, собственно, и такой обзор. Кому что интересно будет, либо задавайте вопросы, либо ссылочка будет в описании на все это дело. Все самое интересное, после того, как я купил, камера чуть ли не на 1000 подорожала. Я ее купил примерно за 3-400 там с копейками. Ну вот, собственно, и весь обзорчик. Теперь, надеюсь, мои видео будут поинтересней. Это, так сказать, ответ на вопрос. Ребята просят снять сам процесс работы. Интересно людям. А снимать, извините, одной рукой держать, другой снимать, это не очень удобно. Ну вот для того я и решился на покупку такой недорогой камерки. Я думаю, она пригодится. Да и не только в работе, и в жизни можно что-то где-то поснимать. Я думаю, будет интересно и полезно. Ну вот, собственно, вот такой кратенький обзор. Спасибо за внимание всем. Пока-пока.